Всем привет, ребят. Ну что, мы сегодня на аккаунте моего подписчика Идриса, и у нас коллекционер героев на 50 тысяч самов. Попробуем вытащить ему недостающие героев, но судя по тому, что я вижу, аккаунт, как видите, донатный. Мега донатный. 4,5-4,650 тысяч самов. Поэтому все очень жестко. В общем, ролим за накопленные самоцветы. 57 тысяч накопленных самиков. Сейчас посмотрим, что у нас по героям надо. Ой, тут героям надо. Тесса, Трифит, Командора, Седна, ПБшка, Ледяха. Ну, в общем, стандартный набор на сегодня, какой я вижу. Попробуем. Так, коллекционер. Находится он в гильдии. Это Астра, БГ обязательная, Форте 2000, Факел 2045, Вайбер. Видите на экране. Кидайте заявочки, вступайте. Вайбер украинский, что ли? Да, судя по всему, да. Первые, третьи места. Так, хорошо. Поехали посмотрим на аккаунт. Как у него прокачаны герои. Топовый Ануб. Топовый ворожей, топовая Фрейка. Тыковка, конечно, с Берсом. Старый вариант еще. Так, Афинка, Бигги. Ну, неплохо. Я вам скажу, как для бездоната, ребят. Это реально очень круто. Фига себе у него талантики тут. Жирует, я бы сказал. Так, отлично. Ну что, поехали. Поехали, будем по чуть-чуть тратить эти самики. 450. Сразу же 2. Так, ну нам надо им по героям вытаскивать. Нас синь-зелень не устраивает. Медуза, Дракос. Понеслась, ребят. 7К слили. Никуда. И я. Ну, зато уже 4 слизня собрали. Неплохо. 5. Фараон, Рину, у него это все есть. Почему ж не падает стрелок? Почему не падает, блин, то, когда надо, тот герой-хранитель? Заходишь на следующий аккаунт, и там падает то, что нужно было на предыдущем. Прям какое-то западло, я бы так сказал. Рыцарь опять. Ниндзя Куб, Риант, Медуза, блин. Вот как-то переролили половину почти. И, честно скажу, как-то не очень. 11-15, конечно, мы собрали или соберем этих слизней, но, блин, печально. Даже очень печально. Поехали в рейд. Да, печалька. Поехали. Тан-тан-тан-тан. И сразу же варлок падает. Вот видите, после рейда стопроцентная тактика выбивания леги. Заходишь и падает лега. Леди Лео. Вот скажите, вот нафига здесь Анубис? Я понимаю, что это имба. Надо там орать вау имбану. Блин, она у него есть. Сделали бы хотя бы один день. О, Тесса, наконец-то хотя бы один недостающий герой, одержимый. Сделали бы так, чтобы можно было получать героев, как в Бравле. Вот у тебя нету этого героя, у тебя шанс только на этого героя, недостающего. Почему так? А знаете, почему так? Потому что им надо как-то с нас бабло вытаскивать. Блин, нападало, конечно, нам. Во вторник кучу всего собрали, но не упало то, что надо.
смотришь на это и понимаешь, нафига вообще ролить? Просто жесть, ребят. ПБшка, Седна, Командора, где вы? Одна Тесса. Одна Тесса, которая, по сути, на этом аккаунте ничего решать не будет. Да и она вообще не только на этом аккаунте, она вообще нигде не решает сейчас. Жестко. Поехали дальше. Считайте, за 40к все собрали. Одержимый рыцарь. Шаман. Сердцеедка. Вот как после таких роллингов еще хочется играть? Вот выбиваешь, выбиваешь. Слизни вот эти вот падают. Нафига они сейчас нужны? Вот когда они нужны, они нифига не падают. Жесть, ребят. Это просто адски. Блять. Вот что хочешь, делай. Вот как с этим рандомом бороться? Вообще Unreal какой-то. Падает всякая фигня. Да, печаль, печалька полная. Смотрите опять. О, наконец-то. Ну поздравляю, у тебя есть Командора. Помимо Тессы, вот это офигенный герой для подземок, нереально крутой. Я не знаю, что у него там по талантам, если у него вообще-то что-то по талантам. Судя по всему, нет. Он все посливал. Но ее, блин, правильно прокачать, и она будет реально тащить. Махатма, ребята, это просто пиздец. Вот это уже поперло. Наконец-то, блядь. 56к у него. Ну, конечно, он их прокачает. Ух, ну, мы хоть здесь сделали свою миссию. Отлично. У нас даже места есть. Но все равно как-то печально падает. Печально. Так, давай, еще надо какую-то имбу ледяху, например. Седну можно подкинуть. Ниндзя, блядь. Нахера мне твой ниндзя и шаман? Да, ребят, вот такой вот роллинг, ну, я не знаю, в конце, по сути, нам реально повезло. Реально поперло. Махатма, имба. Командора, имба. Ну, и Тесса говно редкая. Но, зато... Все вместе, это реально... Очень-очень неплохо. О, четвертая водушка. Было бы смешно, если бы выпала пятая. Короче, нифига не падает. Не буду сливать человеку. Так, здесь мы все собрали. Здесь мы дособираем. Ну, даже два героя при таком раскладе, как у него, это реально очень круто. Ну, если у вас нету возможности, и вам надо эти герои, на них сливать самики, вот так вот, как это сделал я... С одной стороны, это правильно, с другой стороны, это нафиг не надо делать. Лучше осколками. Это, опять же, для тех, у кого есть возможность задонить, подождать неделю-две. И герои будут продавать за копейки. Потому что у нас на русском сервере все очень печально. Не знаю, они там поменяли сейчас немножко эти акции. Наконец-то. Наконец-то они начали, когда народ уже перешел на другие серваки, и они поняли, что на русском сервере все уже очень печально, они начали подстраиваться, делать дешевле какие-то акции, потому что, ну, просто нереально. Так. Окей. Так, тут у нас карточка, пакт, ну, все дела. Зарядили еще ак. Так.
Что я хотел сделать? Вылетело вообще с головы. Не варит башка уже с этими роллингами. В общем, ребят, пишите комменты. Конкурс в описании. Что делать, вы знаете. Всем удачи. Всем пока. А, я хотел посмотреть на героев, ёпта. Думаю, чё я хотел? Я их уже смотрел. Вылетело, короче. Старость не радость, ребят. Всё. А, мы карту хотели открыть. Ну, давай. Малышник. В общем, вот так вот. Пишите комменты, подписки, лайки, репостики, все дела. Всем удачи, всем пока.